Я иду. Сейчас я возьму и закурю. Меня позвала деваха. Гормоны играют во мне. Гормоны играют во мне. Хотя что произошло? Ничего. Жизнь хуйня. Жизнь хуйня. А у вас не будет зажигалки? Блять. Они не хотят знакомиться со мной. Здесь никто не хочет знакомиться со мной. Им смешно мой вид. Он смешон. Бич. Мне поебать. Жизнь хуйня. Жизнь хуйня. Жизнь хуйня. Зачем я патл распустил? Короче, делаю игрушку. Фишка в том, что каждый из игроков не знает, что строит его противник. Если, допустим, играет человек против компа, то комп строит рандомно. Просто там написано список, допустим, из 6 возможных вариантов юнитов, которые построить комп. Просто я кидаю кубик, и он рандомно, какая цифра выпадет, то и строит. И дальше улучшает это. Рандомно улучшает для этого то, что выпадет из 6 кубиков. Там, например, можно мину поставить для танка, можно для авиации мину поставить, чтобы бросала мину. Можно еще, можно антимины, можно что угодно. Вот такая тема.